Соревнования по военно-прикладным и казачьим видам спорта «Юные пластуны 2022» прошли вблизи источника Солёны в станице Азовской. В них участвовали команды казачьих военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций Сиверского района. На мероприятии работали интерактивные площадки. Каждый желающий мог познакомиться с гончарным делом или подержать в руках настоящее оружие времен Великой Отечественной войны. Артисты ансамбля «Весна» поднимали казачий дух участников. Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожалуйте в хату. Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожалуйте в хату. Пластуны – это казаки-разведчики, которые обладали отличной боевой подготовкой. Современной молодежи подобные навыки тоже будут кстати. Во время войны вспомнили о казаках, и в разведку шли в основном люди, которые служили здесь, на южных фронтах, это были казаки. Потому что они были подготовлены. Ребята соревновались в метании ножа, стрельбе, переправе по параллельным перилам. Часть дистанции преодолеть пришлось по-пластунски. Также необходимо было пройти минное поле, разобрать и собрать автомат, преодолеть зараженный участок и перенести раненого. А в свободное от прохождения дистанции время ребята соревновались в искусстве фланкировки. Во-первых, мне это все интересно, во-вторых, я поддерживаю свою боевую. Развивает моторику, это интересно, у каждого разные интересы, и это поддерживает физическую силу. Я считаю, что такие соревнования нужны для военной подготовки, чтобы в дальнейшем защищать свою родину. Лучшие результаты показали команды школ номер 49 станицы Смоленской, номер 1 станицы Азовской и номер 3 станицы Крепостной.